Вместо крыльца – яма, вместо козырька над подъездом – синее небо. Дверь лежит рядом у стены. А всего несколько лет назад жители 14-го дома по Хибинскому переулку заходили в дом через парадное крыльцо с колоннами, такое же, как в соседнем подъезде. Теперь старики демонстрируют чудеса акробатики, перешагивая через яму в асфальте, и опасаются, как бы чего не упало сверху. Куски отделки фасада держатся на честном слове. И вот то, гляди, они упадут. У нас в подъезде 4 ребенка, представляете, вот они без конца бегают. На улицу, с улицы мы в любое время боимся вот та же этой трагедии. Проблемные вопросы микрорайона Толевой берут в работу активисты общественного совета. Они собирают заявки от жителей и максимально быстро стараются найти пути решения проблем. Люди могут обратиться как письменно в приемную общественного совета, так и на слушаниях. Они проходят в рамках проекта «На связи с губернатором». Мы сейчас все это изучаем и уже пытаемся совместно с администрацией железнодорожного района как-то помочь решить эти вопросы, что-то ускорить. Например, есть возможность ускорить капитальный ремонт. Есть такая схема. То есть мы жителей консультируем и пытаемся им помочь. В поселке уже активно взялись за зеленые насаждения. В планах ремонт внутриквартальных дорог и обустройство дворов. В этом и есть суть реформы местного самоуправления – сделать взаимодействие жителей и власти более эффективным. Андрей Трой, Марина Матвейшина, Сергей Баскин. События.